Детских садов в Горелово будет больше, а действующие поликлиники станут удобнее. Вопросы развития социальной инфраструктуры обсудил с районными чиновниками главный федеральный инспектор Петербурга Виктор Миненко. 86-й детский сад расположен в двух зданиях. Первое открыли в 2013-м, а другое год назад. Здесь имеется все необходимое для полноценного развития ребенка. Современно оборудованная игровая, спальня, раздевалка, моечная, туалетная, буфетная, музыкальные и спортивные залы. Вот здесь, ну, как бы видно, что все организовано на уровне. Однако, согласно статистике, сейчас наполняемость в детских садах по району в среднем превышает 130%. И вопрос этот властям приходится решать. В Горелово нам был передан в этом году детский сад, если вы знаете, который относился к предпортовому. Из 90-го года прошлого века он не функционировал. Сейчас мы в процессе его создание проектно-изыскательских работ с последующим, соответственно, его ремонтом и приведением в порядок для того, чтобы там не менее 100 мест мы могли открыть. Во время объезда главный федеральный инспектор обратил внимание не только на нехватку социально важных учреждений, но и их доступность. Речь зашла о Гореловском филиале 93-й поликлиники. Здание под медучреждение было передано в прошлом году, и до сих пор часть первого этажа занимает телекоммуникационная компания. Для удобства пациентов и с целью расширения площадей амбулатории компании предложили переехать на третий этаж. Неудобства пациентам добавляет и текущий ремонт поликлиники. Сейчас здесь приводят в порядок второй этаж, а также фасад и крыльцо здания. Правда, потерпеть осталось немного. Все работы должны быть завершены до конца июля.